еще вчера, вот, позавчера, вернее, привезли вот эту маму с помойки. Вы нас понимаете, насколько это благородный и чудесный зверь. Она кормила 8 своих щенят, а когда приехали ее забирать с помойки, она побежала в сторону. То есть пошли за ней, а там оказалось еще 6. Итого мама, вот эта мама чудесная, смотрите, сколько тараканчиков. Вот такие маленькие, хорошие. У этой мамы малышей поставили в коробке. Малышей 8 штук. Мама чужая, но мама их приняла. Тараканы, тараканы. Давай я тебе ошейник сниму. Иди сюда. Здесь у нас тоже дети. Тоже мамины, да? Такие красивые мамины. Коротколапики маленькие. Ребята, даже для карантина места мало. Места мало для карантина. Это у меня полностью щенята, видите? Раз. Здесь мамины подросли все. Да, сейчас насыплю еще опилок. Я им вон туда насыпаю пару ведер опилок. И они там кувыркаются, а потом выгребают все. Да, это все, ребята, у нас дети. Все дети. Сейчас носик помою. Маленький мой. Солнышко мамино. Все будет хорошо. Сейчас еще мордочку помоем, носик промоем. Это у нас малыши. А мы разделили отсек. Здесь мама с котятами. Здесь рядом сидят другие. Те, которые постарше. Пока лечим малышей. Сейчас начнем всем-всем промывать глазки. Это девочка. Итак, у нас 3 девочки и 4 мальчика. И малышня, дайте я пройду. А куда еще один спрятался? А, маленькие мои. Итого, ребята, у нас 7 деток. Мы растем, мы красивые становимся. Да-да-да-да-да. Нарвали им сегодня сено, накосили. Песка насыпали. Ой, такая стайка. Малышня 4-й день ползает на помойке. Как мне сказал молодой человек, мы думали, их кто-нибудь разберет.